Во всех мечетях Дагестана с 1 июня начинаются летние курсы. Мальчики и девочки школьного возраста смогут обучиться Корану, намазу и основам религии. Подробности узнавал Хамза Нурмагомедов. Занятия будут проходить внутри мечети. По опыту прошлых лет вся территория мечети бывает полна детьми. Ребята делятся на группы и выполняют задания своего учителя. Если он умеет читать Коран, мы начинаем с чтения. Если он ничего не умеет, мы начинаем с алфавита. Обучаем его алфавиту, всем правилам и доводим до чтения Корана и продолжаем. Уроки будут проходить ежедневно с 9 утра до обеда. Приглашаются дети 7-летнего возраста и выше. Их обучат правильно совершать намаз, читать Коран, а также расскажут об основах религии и благонравия. У каждого ребенка на руках есть телефон, где он, зайдя в интернет, может получить любую информацию. И эти преподаватели, эти муалимы, они могут обучить их, как различать правильную информацию от неправильной. Уроки добра будут проходить во всех мечетях республики. Своих детей можно будет отправить в ближайшую из них. Обучение бесплатное. Эти занятия помогут уберечь наших детей от пагубного влияния общества и соцсетей, отмечают специалисты. Хамза Нурмагомедов, Салман Гетехмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.